он увидел мою фотографию в интернете. Мы абсолютно не были знакомы, никогда не слышали друг о друге. Я в Москве выросла, я там работала, и так получилось, обстоятельства так сложились, что я приехала на выходные, на недельку домой в Осетию, к бабушке. Ни света, ни воды, жара, лето. Сестре говорю младшей, пойду на улицу, сяду на лавочку, подожду, сейчас будут везти арбузы, хотя бы арбуз купим. Тут раздается звонок на телефон. Я еще Лизе говорю, ой, какой-то незнакомый номер. Я говорю, алло, ты что делаешь? Я говорю, вот сижу и жду, когда повезут на улице арбуза. Так, как будто мы 100 лет знакомы. При этом я понятия не имею, с кем разговариваю, по большому счету. И он мне говорит, а можно я привезу арбуз? А мне просто повод нужен был. Мне любой повод нужен был. Я говорю, арбуз ждете? Как раз у меня в машине есть арбуз. Я говорю, я уже еду. Она говорит, да. Я говорю, да, просто адрес мне скажи. Я говорю, я как раз уже еду, говорю, и проблем нет. Естественно, я не придала этому значения. Я была уверена, что это просто чья-то шутка. И я забыла про это. Проходит несколько часов, уже начало темнеть ближе к вечеру. И действительно раздается повторный звонок. Оказывается, что... действительно, приехал этот самый парень. 3,5 часа Ахшар пытался найти тот самый дом, по всем селам проехался. И вот буквально вот первая наша встреча, ровно 10 минут, и даже не 10 минут было, правда, потому что резко начинает темнеть в селе. Я говорю, я очень извиняюсь, я говорю, ну мне надо бежать домой. На следующий день он говорит, я сейчас приеду. Я захожу домой, я говорю, Нана, можно я выйду? Он так, кадам-то? Я говорю... Она мне так говорит, как она меня подводит. Я так думаю, что же, я говорю, да. А вот действительно получается, что вот от одного конца нашего дома до другого конца 2 фонаря. Получается, что по всей улице, на всей улице света не было. И только 2 этих фонаря горели. Она мне говорит, мана сыдува фонарик бынай, а ума кутарасовай, автомидного басовзана. И, знаете, вот мне было 27 лет на тот момент. Ну, конечно, мне что могли, по сути, запретить. Но я даже на секунду бы не подумала ослушаться. Я приехала к ней в дом, я была у нее, я знаю, что, насколько это важно. Потому что это взрослые люди, это село, там есть соседи. Выходя к нему, думала, ну, сейчас точно решит, что я какая-то ненормальная девочка. Потому что, казалось бы, да, мы... в такое время живем. Девочка, он знал, что я выросла в Москве. И тут я ему говорю, что мне моя бабушка не разрешает. И он говорит, ну, типа, может, прогуляемся? Я говорю, да, я говорю, только мне Нана разрешила гулять вот между двумя фонарями. Он так, в смысле? Как бы это смешно ни звучало, но действительно, он, конечно, сначала, ну, по твоему выражению лица ты, конечно, не ожидал. И мне кажется, именно этот эффект неожиданности, наверное, и сыграл свою самую основную роль. А мне, наоборот, когда я там знакомился, когда с другими девушками, то мне вообще было неинтересно, если девушка говорит, да, там, пойдем там, куда-нибудь выйдем, да, без проблем пойдем. Все, мне уже было неинтересно. Вот мне было неинтересно. И вот когда она мне сказала фразу «мне, то есть дома не разрешают, мне единственно можно», то есть вот в этом промежутке, то есть вот до такого-то периода времени, я понимал, что значит в этом доме есть еще правильные азы воспитания. И меня не то что отпугнуть, мне наоборот, это, как говорится, меня это наоборот подстегивало, меня это зацепило, наоборот, мажордома судьи. Конечно, мне дома, меня часто, особенно старшие меня спрашивали, «Сай, наманисы». Ну, я, наверное, этот, как говорится, вопрос не мне задается, это всем задается, кто, я не знаю, там, спустя там 23, 24, 25 лет еще не женат, и уже автоматически этот вопрос как становится, как «доброе утро». Да, и знаете, какой момент? Первое, что самое, наверное, тоже немаловажное в семье, это ментально прийти к тому, что ты хочешь семью. У нас как-то с Ахшаром был разговор, когда вот буквально через месяц он мне говорит, я отправлю Миноварта. Конечно, ну то есть, нет, на тот момент я уже понимала, что да, у нас уже явно это в симпатии, то есть это было очень обоюдно, и я сама понимала, что да, мне очень сильно понравился этот молодой человек, то есть я, естественно, смотрела на него исключительно серьезными какими-то глазами. И тут он мне говорит фразу: «Ириш, ты знаешь, я отправлю старших, своих старших. Это для меня настолько важно, то есть ты должна понимать, что я несу завтра ответственность за свое слово. Я не могу через месяц сказать твоим старшим: ну, что-то у нас не получилось, что-то мы характерами не сошлись». Он говорит: потому что какой я мужчина тогда после этого? Но просто сегодня люди могут разойтись из-за таких мелочей. Вот семья – это исключительно ежедневный труд, каждый день. И вот девочки, которые посмотрят это видео, которые, возможно, еще не замужем, вы должны понимать, что вот ты с первых дней в свою семью что будешь вкладывать, завтра это и вырастет из твоей семьи. Это не бывает так, что «ой, что-то вот я его разлюбила, что-то пошло не так». Значит, вы перестали работать. Вы перестали работать над собой, над отношениями. Часто бывает так, как Ахшар, вот, естественно, он работает, я целый день с детьми, конечно, я по-своему очень сильно устаю, он на работе очень сильно устает, но как только, вот у нас есть правило, он заходит через порог, он говорит: «Ириш, договоримся, я оставляю свою работу за дверью», как бы ему тяжело не было, он никогда старается вот... Свою усталость он не переносит на семью, потому что он в свою очередь понимает и ценит тот факт, что я тоже устаю. И, возможно, не меньше тех, кто бывает на работе, потому что, конечно, девочкам, которые в декрете, дома, с малышами, очень, потому что это ежедневно, ты все время в тонусе, ты все время вот в каком-то вот таком напряжении. И я, когда он приходит, я себе как жена не позволяю, вот сразу вот он с порога зашел, я говорю: вот, я устала, вот, дети, вот. То есть нет, пришел мой супруг, пришел мой муж, я как жена, мне хочется делать так, чтобы ему хотелось приходить домой. Соответственно, для этого достаточно, как Ахшар говорит, просто встречай меня с улыбкой. Вот вопрос о том, почему сегодня много браков распадается. Когда мы с Ахшаром познакомились, казалось бы, я выросла в Москве, абсолютно современная девушка. Он мне говорит: «Ириш, я категорически не люблю, когда на девушке бывают брюки». Я думаю, да что же это такое? Ну как-то я, конечно, была в шоке. Вы представляете, да, в современное время. То есть, и это, знаете, он это... То есть потом просто мне задавали вопрос, типа: «О, это вот у него кавказские загоны». Абсолютно нет. То есть это мужчина, вот у которого есть свой вкус, вот ему просто визуально не нравится. Он говорит: «Ир, ну я считаю, что это исключительно мужская одежда». Он говорит: «Вот ты девушка, которую я выбрал. Вот тебе же важно, чтобы ты мне нравилась». Я говорю: «Конечно». И вы знаете, на самом деле он это настолько... деликатно донес до меня, то есть это не было так, что я мужчина, я сказал, вот больше штаны не одевай, все. Нет, я, возможно, если бы он мне это преподнес так, конечно, я бы восприняла это в штыки. Но он настолько красиво мне это сказал, что у меня вообще шансов вообще, ну он мне никаких шансов не оставил. Хитро. Очень хитро, очень продуманно. И, ну, это сработало. И когда уже меня потом девочки, вот многие-то: «Вот и что? И ты на это согласилась?» Я говорю: «Девочки, а это такая мелочь, и вот эту мелочь можно так легко выкинуть, и вы можете вот на этих остановках даже не останавливаться. Это ваши компромиссы завтра, потому что он меня попросил не одевать штаны, потому что ему не нравится. В свою очередь, какие-то моменты, где я попросила его о чем-то, и ему абсолютно не составило никакого труда взять и, в свою очередь, тоже от каких-то моментов отказаться». Мне как-то мама сказала, она говорит: «Ириш, вот буквально сразу после свадьбы у нас с ней был разговор, она говорит: послушай, Ириша, ты наш ребенок. Между вами с Ахшаром может быть всякое. Конечно, если когда-то, не дай Боже, тебе кто-то обидит или тебе будет плохо. Всякое же в жизни бывает. мы твоя семья, у нас, как мама говорит, у меня лишних детей нет. Она говорит, но когда вот у вас внутри какие-то непонятки происходят, не надо бежать домой и это все рассказывать, потому что завтра вы с ним помиритесь, а у меня, как у мамы, это будет откладываться, потому что я мама. И вы знаете, я это так хорошо запомнила. И ведь действительно, мы, как молодая семья, мы же, тем более первое время, мы же притирались друг к другу, мы же не знали друг друга. То есть мы друг для друга были как новая книга, и мы вот читали друг друга каждый день, что-то новое узнали, что-то нравилось, что-то не нравилось. То есть это же, ну, не бывает вот что идеально. Я же говорю, мы, может быть, еще и сейчас даже не притерлись, у нас сколько, 5 лет, да? 5 лет со дня свадьбы, поэтому я же говорю, ну, как-то нужно. И вот, когда я попала в семью, я вот от своей свекрови, знаете, ни разу не увидела отношения вот так, вот еще вот там вот сделай. Вообще, вот с утра до вечера ничего не делаешь, это какой ужас, вот что это такое. Моя свекровь никогда меня не оценивает, никогда меня не обсуждает. Она всегда настолько чувствует мое состояние, она всегда видит, если я устала. То есть это же уже наша семья. И она мне как-то сказала, Ириша, ты пришла ко мне в дом, ты для меня дочка. Я не то, что сама, я никогда, во-первых, другим не позволю что-то про тебя сказать, потому что ты Машева Лонда, но и сама, почему я должна сегодня делить между своей родной дочкой и тобой? Естественно, если я увидела, что вот меня вот такими словами встретили, да как я могу себя вести иначе, кроме как вот с огромным уважением и теплом? И я уже не реагирую на быт, как на что-то тяжелое, то есть меня это не угнетает. И мне кажется, что это очень важно, когда вот свекровь не воспринимает новую невестку, как вот, знаете, вот я царевна, а вот ты сейчас, вот ближайшие 50 лет, пока не отработаешь, вот даже вот лишний раз не смотри на меня. Я маме говорил, мам, пожестче с ней, мама говорит, оставь, не надо. Я говорю, мам, пожестче с ней, расслабишь ее, она оставь. И дальше волоны выиграл. Я говорю, мам, строго на нее, ты же мэг за что. Она, не, не надо. Вот такая у меня мама. Вообще, почему мы с детьми разговариваем дома по-астински? Я считаю, что родной язык формирует сознание. И если я буду с ним разговаривать по-русски, русский мне не родной язык, да, мы в России живем, но он мне не родной язык, то и у моего ребенка будет сознание, которое вкладывает русский язык. В Осетии это как-то так не чувствуется, когда ты подальше от родины, тебя так тянет на все свое родное. Я росла в Москве. В моем окружении осетины были только мама, папа и 3 мои сестры. Я больше нигде не слышала осетинскую речь. Но именно благодаря тому, что мама с папой дома с нами говорили на родном языке, мы превосходно владеем и иронским диалектом, и дегорским. И когда как-то уже я в институте училась, к нам поступили ребята, которые росли в Осетии. И я с ним разговариваю на осетинском, он говорит, я по-осетински не понимаю. Я говорю, как ты же вырос в Осетии, для меня это так дико было. И я искренне, не подумав, я ему говорю, а какой ты осетин? Он так оскорбился, как только где-то ты за периметром слышишь, что вот очередной осетин добился каких-то высот, ты себя начинаешь бить в грудь и говорить, да, я тоже осетин, это мой земляк, тебе же приятно бывает. Не всем дано быть величайшими там спортсменами, еще кем-то. Но ты, как человек, осетин, ты должен для своего народа сделать этот самый минимум, да передать свой язык по наследству. И поверь мне, вот именно тот факт, что ты научишь своему родному языку своего маленького ребенка, это намного больше вклад для твоего народа, для твоей небольшой, но прекрасной нации, чем какая-то медаль, которую сегодня заработал там какой-то очередной спортсмен. Хлоп! Лопайте! Я, допустим, на самом деле от своей семьи получаю огромное удовольствие. От детей, от семьи, от своей, ну... Я же говорю, на сегодняшний день я знаю, что в своей семье мне комфортно, мне тепло, мне радостно. И вот, наверное, тоже ключевое, меня тянет, где бы я ни был, на работе, с ребятами, где меня тянет обратно в семью, домой. Это вот, ну, ключевое, наверное, для меня. А я бы хотела добавить, что вот девочки, вот именно ради таких слов, это же бесценно. Вот я первый раз слышу такие слова от Ахшара. И вот ради таких слов даже стоит создать семью, стараться. Это же так прекрасно. Жизнь, она же вот для этого нам и дана, чтобы вот каждый человек в какой-то момент должен после себя что-то оставить.